Так, народ, всем добра. Решил сделать такое небольшое видео. Не стримил, катался на карте Южной Америки. Потихонечку ее осваиваю. Совмещена она у меня с промоцем. Такая карта. Очень классная, мне нравится. В чем ее ценность? Вот я еще раз говорю, что на промоте можно заниматься пассажирскими перевозками. Именно вместе с картой Южная Америка. Блин, где она? Нашел даже их сайт. Этот человек, оказывается, делал, по-моему, карту Америки. American Truck Simulator 2. В общем, пока я осваиваю вот Южную Америку. Сегодня выложу небольшой кусочек стрима. Так я и не проехал. 726 километров у меня был маршрут. Вот с этого города. По-моему, вот с этого. Здесь вот этот участок, он вообще бездорожье. Я вообще не смог я переехать. Там одну переправу, зависли колеса, пришлось через совсем техническую службу вызывать. Ребят, еще раз, если всем, кто не пробовал, всем посоветую покатать эту карту, она мне нравится. Может быть, тоже кому-то приглянется. Но если вдруг кто-то захочет в конвой, пишите. Единственный момент, там видосик есть у меня, эти карты, ссылку я оставлю. Единственный момент, эта карта очень долго прогружается первый раз. Вот. Видите, здесь вот вообще. Поэтому если... В общем, нужно железо немножечко. Я не сказал, что у меня прям там супер. Ну, вот первый раз минут 20-25 иногда нужно ждать. Все, на этом все. Ребят, всем ни гвоздя, ни жезла, кто в реале, особенно это водители, люди, которые перевозят грузы, которые возят пассажиров. Ну, это героическая профессия, поэтому всем вам добра, здоровья. Всех благ. Главное увести, да? И всем пока-пока, до следующих встреч. Да, жестко. Дорогу потерял я, нет? А, вот она, нашлась, блин. Вот кто любит. Такие интересные дороги. Карта Южной Америки. Thank you.
конечно, один мост я не переехал, никак он. Там прямо супер, супер-супер надо было быть. Давайте попробуем. Блин, такое узкое все. Попасть, блин, сюда. А могу и не, а могу и не, а может и не сработать. Так, ну-ка. Нюк. А нифига не срабатывает. О, сработало вроде. Ну, наконец-то. Ну все, господа пассажиры, на выход. Как говорится, мы прибыли.